Здравствуйте. На мне паричок из натуральных волос, 909 модель. Стильная, красивая стрижка. Смотрите, как она смотрится. Каре на ножке. Очень легкая, маловолосная модель. Смотрится очень естественно и натурально. Паричок может быть в разных оттенках, как видите. Внутри каркас состоит из вот такой сеточки, имитирующей кожу головы, и тресовой основы. Вот, в пределах этой сеточки можно перекладывать пробор на любую привычную сторону. Смотрится все очень естественно, имитирует рост ваших волос. В пределах сетки можно перекладывать пробор, как я уже сказала. Можно накручивать, выравнивать, подстригать челочку и сбрызгивать лаком при необходимости. Давайте посмотрим, как будет смотреться этот цвет на мне. Снимаем паричок. Мы рекомендуем одевать парики на вот такие хлопковые сеточки. Вот, для того, чтобы сетка фиксировала волосы на голове, если они есть. И если волос нет, чтобы у кого нет волос, впитывался пот. И сетка дает шероховатую поверхность, чтобы парик не соскальзывал с головы. Они бывают разных цветов, белые, черные и бежевые, как у меня. Регулируются парики по окружности головы вот такими крючками и петлями на затылке. Это все не чувствуется. Вот, прикладываем силиконовую полосочку на середину лба и хорошо упираемся, натягиваем на затылок. Приподнимаем по линии роста ваших волос, освобождаем уши. Здесь есть такое основание на висках, поправляем его и расчесываем парик. Здесь можно подстригать челку в разные как бы, положения, как хотите. Можно асимметрию делать, можно прямую, можно на бок укладывать, как кому нравится. Вот так вот смотрится эта фотомодель. С вами была Цуканова Ольга. Заходите к нам на сайт, ссылка под видео.